Привет, друзья! С вами Ромашка на канале Ромашка Клоун. Сегодня мы хотели бы предложить вашему вниманию 5 оригинальных идей по изготовлению симпатичных котиков из длинных шариков ШДМ своими руками. Обязательно подписывайтесь на наш канал Ромашка Клоун, чтобы научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков. Итак, начнем с изготовления головы, которая для всех 5 котиков одинаковая. Остановимся подробнее на технологии ее изготовления. Сначала наполним шарик воздухом. Оставим длинный хвостик примерно на 8-10 пальцев и немного спустим воздух. Завяжем шарик. Внимание, хвостик необходимо оставить длинным. Для этого немного поднимаемся вверх, а затем завяжем хвостик. Ссылку на мастер-класс «Как завязать воздушный шарик без нитки» вы найдете в описании. Кто не умеет, обязательно научитесь, вы сэкономите массу времени. Разомнем шарик и приступим к изготовлению головы котика. На 4 пальца скрутим шарик раз, теперь скрутим шарик также второй раз. Соединяем элементы, перекладываем левую руку и перекручиваем. Хвостик вытянем на другую сторону. Правой рукой нажмем несколько раз на шарик, чтобы отправить воздух к кончику. Шарик станет более мягким, что позволит избежать его лопания. Делаем ушки. Скрутим 2 элемента Bubble Twist. Прокладываем их вдоль верхней части головы и заводим за противоположную сторону. Далее нам необходимо сделать небольшой жгутик. Несколько раз перекручиваем шарик. Теперь связываем кончики между собой. Обвиваем хвостиком уши, тем самым притягивая их к голове. Данная операция выполняется по желанию. Голова котика готова. А теперь, основываясь на одной голове, сделаем 5 разных котиков. Идея номер 1. Первый котик из шариков у нас будет сидеть. Он изготовлен из одного длинного шарика ШДМ размером 260. Наполним шарик воздухом. Завяжем его и сделаем голову по инструкции. Далее сделаем передние лапы, спину, задние лапы и хвост. Обязательно нарисую милую мордашку. Ссылку на пошаговую инструкцию по изготовлению данной фигурки кота вы сейчас видите в правом верхнем углу, а также найдете ее в описании к видео и в закрепленном комментарии под видео. Идея номер 2. Котик 2 у нас бежит. Голову делаем по инструкции, предложенной нами в начале видео. Затем делаем шею, передние лапы, спину, задние лапы и хвост. Перманентным маркером рисуем мордочку. Ссылку на мастер-класс по изготовлению котика номер 2 вы сейчас видите в правом верхнем углу, а также вы найдете ссылки в описании к видео
и в закрепленном комментарии под видео. Добро пожаловать! Идея номер три. Котик 3 у нас стоит. Для его изготовления мы также используем один длинный шарик ШДМ. Обратите внимание, что изготовление кота мы начинаем с лапок, хотя сам принцип изготовления головы тот же. Затем нарисую мордочку, уши, живот, коготки. Ссылку на подробный мастер-класс с объяснениями вы сейчас видите в правом верхнем углу, а также мы ее оставим в описании к видео и в закрепленном комментарии. Четвертая идея. Кот Даниэль. Друг знаменитой кошечки Hello Kitty. Внимание! Для его изготовления нам понадобится два длинных шарика ШДМ. Белый и голубой. Голову делаем по нашей схеме, затем привяжем голубой шарик. Это будут штанишки котика Даниэля. Далее сделаем лапки. Ссылку по изготовлению кота Даниэля, друга кошечки Hello Kitty, вы сейчас увидите в правом верхнем углу, а также мы ее оставим в описании к видео и в закрепленном комментарии. Добро пожаловать! И пятая идея – это сама кошечка Hello Kitty. Друзья, обратите внимание на оригинально выполненное платье и бант. Уверены, что следуя нашим пошаговым инструкциям, вы обязательно сделаете их без особого труда. Нарисуем перманентным маркером мордочку кошки. Ссылку на мастер-класс по изготовлению кошечки Hello Kitty вы сейчас увидите в правом верхнем углу. Также мы оставим ссылки в описании и в закрепленном комментарии под видео. Ну вот, дорогие друзья, такие оригинальные идеи по изготовлению котиков из длинных воздушных шариков мы хотели бы вам предложить. Легко и просто. Сделай сам. Подписывайтесь на наш канал «Ромашка Клоун». Пишите нам, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайт. Ссылки будут в описании. Пока!